Затрудняюсь сказать, что эти статуи олицетворяют, но, скорее всего, это что-то против рабства. И вот нашел еще один статуй. Дама. Скорее всего, вот этот весь какой-то памятник, что ли, олицетворяет вот это вот, там рабство, там вот эти камни, все. Там один стоит, разрывает оковы, а здесь две женщины тоже как бы борются. Но женщины больше похожи на индейцев.